Любовь витаминная. Среднеспелый сорт универсального предназначения с повышенным содержанием каротина. Сорт семян морковки витаминная районирован в 1969 году в НИИ овощного хозяйства и по праву стал одним из любимых сортов наших овощеводов из-за высокой урожайности и превосходных вкусовых качеств. Морковь витаминная является среднеранним сортом и рекомендуется к выращиванию на большинстве территорий Европы и Азии, кроме Северного Кавказа. Ее корнеплоды тупоконечные, цилиндрические, с хорошей лёжкостью, которые прекрасно консервируются, а также используются в свежем виде. Высокое содержание бета-каротина способствует укреплению иммунитета, улучшает работу щитовидной железы, укрепляет кости и волосы. Кроме этого, в моркови содержится много калия, фосфора, кальция и цинка, а селен и железо просто необходимы для нашего здоровья. Морковный сок назначают при стрессах, проблемах с пищеварительной системой и для очистки крови. Вы можете заказать семена всех сортов морковки в интернет-магазине «Помидорчик», а также получить консультацию о новых сортах семян.